Во-первых, хочу поблагодарить болельщикам, которые пришли здесь поддерживать команду. Во-вторых, так игра получилась, так как и ожидали. Соперник бил жестко со 9 игроков за мячом, самым большинством мяча. Мача у нас была контрола игры, это 100% владение мячом. Достаточно моментов было у нас и первом и втором тайме. Просто надо было забить один гол и брат три очка. Это с чем доволен, это что недоволен результатом, нормально, конечно. А это с чем доволен, это что просто не пропустили, не позволили, так сказать, сопернику ни один момент. Таких игре обычно там в последней части игры проигрываешь, когда так не забиваешь гол и атакуешь всю игру. У нас была хорошая пресс игра и хорошая игра за мячом, контрола за мячом и с этим доволен. Надо знать, что у нас было очень много молодых футболистов. Сегодня, мне кажется, не хватило опыта таких игри, когда надо не спешить, просто каждый момент доиграть до конца, продолжать принимать правильных решений и быть чуть спокойнее этих ситуаций внутри штрафной соперника и около штрафной соперника. Все равно, мне кажется, что мы были намного ближе победе сегодня. Не забили голи, это причина, по которой берем только очко сегодня. Ничего, очко у нас еще на счет и двигаемся дальше.